Добрый вечер, уважаемые зрители за чат ТВ. Сегодня с вами наш проект «Чему же зачем?». И сегодня мы вновь вам расскажем о самых животрепещущих проблемах студентов нашей академии. Наша следующая песня будет называться «Пушкинская». И я думаю, вы поймете, почему она так называется. Поэтому всем удачи и хорошего просмотра. Спасибо. Я никогда еще, я никогда еще, я никогда еще не получал 3 балла по ОСГО. Не заходил бухим в общагу, не палил в камеру лицо, не пропадал по клубам по ночам и унитазы не пугал странные слова крича. Ни разу не сидел я с бадуна на лекции, с девушкой в постели не терял эрекцию. Меня не затронула пока бухача эпидемия, и я ни разу не кричал на Генделе Юр-академия. Меня еще не начало выбешивать то, что куча семинаров и лекций понавешали. Мне не испортит настроение какой-то там декан, и старшекурсники не заставляли поднимать бокал. Мне еще не обидно, правда в натуре, что все в округе зовут меня абитурой. Но вы удивитесь, насколько легко и весело я сдам зимнюю сессию. Зимнюю сессию, дорогие замдеканы, извините за прогулы, я прекрасно понимаю, у меня завал. Я лентяй, раздолбай, вместо учебы на столе непременно стоит стакан. Я задержу вас, но ненадолго, мне всего один зачет, я второго не попрошу. Извините, ради бога, за форму одежды перегар, и по ночам в общаге шум, шум, шум. И по ночам в общаге шум, шум, шум. Дорогие замдеканы, извините за прогулы, я прекрасно понимаю, у меня запал. Я лентяй, раздолбай, вместо учебы на столе непременно стоит стакан. Я задержу вас, но ненадолго, мне всего один зачет, я второго не попрошу. Извините, ради бога, за форму одежды перегар, и по ночам общаги шум,